Китае и в Германии до сих пор, кстати, называется магический кубик. Во всем мире признали кубик Рубика, а китайцы и немцы нет. Кубик Рубик. Все мы знаем эту механическую головоломку еще с детства, да? Изобретена была в 1974 году венгерским архитектором Эрне Рубиком. Он работал преподавателем дизайна интерьера в Академии прикладного искусства в Будапеште, и ему никак не удавалось толковать студентам математическую теорию групп. Поэтому он взял 27 кубиков, сложил их, и у него получился кубик Рубика. Кубик Рубика – самая популярная игрушка во всем мире. Было продано около 450 миллионов копий во всем мире. Ближайшим конкурентом я могу, наверное, назвать только спиннер. Их было продано примерно столько же. Есть множество способов теории, как собрать кубик Рубик. Есть даже скоростная сборка. Есть чемпионаты мира. Вы представьте только, кубик Рубик собирает на чемпионате мира. Короче, штука огонь. Я даже сам пару раз в детстве собрал. Все, вводные далее, а теперь перейдем к самому главному. К умному кубику Рубику от Partikula. Модель называется GoCube. Поставляется в такой интересной коробочке. Есть приложение для iPhone, для Android. И из интересного стоит отметить. Непрерывное отслеживание и измерение активности через приложение Компаньон. Здесь есть 6 сенсоров. Есть световые индикаторы для принятия правильного решения. Bluetooth 5.0. Энергоэффективный аккумулятор. И зарядка через USB. Что ж, давай посмотрим, что там внутри. Минутка уважения компании и распаковочка. Все любят распаковки в интернете. Вот такая вот коробочка элегантная. Кстати, она магнитная. Вот так. Открывается. Здесь сам кубик Рубика. Посмотрите, вот так вот мы открываем. Здесь у нас, соответственно... А что это такое? Какая-то интересная штука. Это походу док-станция. Нифига себе. Чехол. Чехол для переноски кубика Рубика. GoCube. Красиво. Мое почтение. Проприетарная док-станция. Смотрите. Прям как Apple Watch. Очень круто сделали, ребятки. Вот так она вставляется. Здесь есть два контакта. И на самом кубике есть 4 контакта. То есть на одной из граней я видел... Вот. Здесь 4 контакта. Можно вставить и так, и так. Продумано, за это прям сразу плюс. И за саму док-станцию как красиво, красиво. Что же, ставим апчик и полетели настройки. Залетели, короче, в приложение. Регистрация самая простая. То есть зарегились там с Apple ID. И телефон сразу нашел кубик Рубик. Прям моментально подключились. Давайте. Тут синхронизация дисплея. Держи свой кубик Рубик белым центром логотипом вверху. Держим. Короче, мы сейчас посинхронизируем, чтобы не показывать это все. Но принцип понятен. То есть... Крутится кубик, синхронизируются всякие штуки. Короче, сделали мы синхронизацию, это было нелегко. На самом деле легко, если все вчитаться. Главное, смотрите подсказки на экране. Но у нас получилось минут за 5 это сделать. Так, отправиться в академию. Отправляемся в академию. И переходим к основам. Давай посмотрим настройки приложения. Смотри, включается свет. Вот такая вот подсветочка у кубика. 3D-отслеживание у нас включено. Ну, в принципе, и все. Приложение и сам кубик запоминает, получается, все твои движения. То есть, сделал так, так. И приложение типа потом подскажет, как правильно собрать. Смотрите, центры не меняют положение, сколько бы вы ни запутывали кубик. Ну, это, наверное, известно всем. Но мы проходим урок. Запутайте свой кубик. Давайте запутаем свой кубик. Ну, вроде запутали. Какой цвет у подсвеченной грани, говорит нам приложение. И, короче, все в таком роде. То есть, это приложение позволяет тебе научиться собирать кубик Рубика, если ты не умеешь этого делать, и если умеешь, помогает. Плюс в кубике есть подсветка, которая помогает тебе при сборке. Это будет дальше в приложении, просто мы сейчас не будем их показывать. А на этом все.
приложением ознакомились. Давай еще покажу, что там интересного. Ну вот, дорожная карта, то есть ты прошел первый этап, второй этап, третий, четвертый и так далее. И стал гуру мастера кубика. Сегодня мы показали тебе, наверное, самый интересный гаджет, который побывал в нашей редакции за прошлый год и за текущий. Ведь как приятно взять не очередной смартфон, а кубик Рубика. В нашем случае умный кубик Рубика, который поможет и скоротать время в дороге, в путешествиях ребенку. Самое главное, пока ты смотришь это видео, мой ребенок уже играется в этот кубик Рубика. Он в восторге, он отложил планшет и реально играется, рубится в кубик Рубика. Кто бы мог подумать, в 21 веке дети ТикТока, да? Короче, на этом все. Подписывайся на наш канал, ставь лайк, там комментарий пиши, все что угодно. Спасибо тебе за просмотр, друг, и пока.